Мы на месте. Мы приветствуем Кристину, интересуемся, готова ли она к проверке, доверит ли она нам свой биополе на период сеанса. Поверит. Визуально видно что-то? На ней как темная черная пленка, она ее оттягивает, и она назад возвращается. Хорошо, эта пленка подсвечивается полностью. Сканер, просканируй сейчас Кристину. Выведи эту пленку из ее биополя полностью. Если она подключена, если у нее есть подключки, чипы, датчики, импланты, они подсвечиваются и выходят вместе с этой пленки. Пошел процесс. Пленка вышла, и какие-то как точки вышли темные, как это, где нанесены удары, видимо, были энергетические. Отправляю это в клетку-тюрьму. Включаю внутренний белый свет Кристине, и Кристина выдавливает из себя все негативное, патогенное, чужеродное, находящееся в ее биополе. Свет пошел, энергия выходит, формируется перед ней в шар. Готово. Отправляю этот шар в клетку-тюрьму. Выстраивает этого шара и этой пленки канал к ответственным. Притягивай в клетку-тюрьму. Стоит в клетке-тюрьме. Вот эта пленка, она как кожа, как одета была с ног и до самого горла полностью обтягивала ее такое. Да. Здесь инкуб стоит. Хорошо. Итак, если этот инкуб уже находился в этом биополе Кристины, загорается зеленый маячок. Если нет, красный. Какого цвета маячок? Зеленый. А инкуб? Ты решил со мной поиграть? Не с тобой, с ней. Отлично. Инкуб получает удар 100 тысяч герц удар. Он получил удар, он стал злой, и у него в руках как лук с копьями, на арбалет похожий. Такой. Этот лук очень с копьями красивый. Переходит в соседнюю клетку. Стрелами. И вот эти удары энергетические как раз делали эти стрелы. Хорошо. Все перешло в соседнюю клетку, Вера? Да. Отлично. Хорошо, инкуб, сегодня все твои артефакты будут уничтожены. Я тебе напоследок дам еще 500 000 герц на то, чтобы ты запомнил нашу встречу сегодняшнюю. Или дать тебе сразу энергии царя Соломона, паразит. Он показывает, что во сне она согласна на общение с ним. Хорошо, Кристина, обращаясь к вам. Вы знаете что-то о этой ситуации во сне, на которую вы она согласны? Она не знает, спрашивает, как защититься от него во сне. И как защититься от тебя, паразит, во сне? Он улыбается и говорит никак. Хорошо, под его артефактами открываю воронку в галактическое ядро, все уходит на переработку, закрываю, печатаю, растворяю. Даю команду сканеру, сканер сканирует пространство над головой Кристины под ногами 360 градусов вокруг него. Сканер сканирует все 7 тонких тел Кристины, находит все. Проверим. Если что-то еще осталось на чистоте инкуба в биополе, подсвечивается пульсирующим красным цветом. На нее подсвечиваются как ранки такие в виде полосок, царапин. Все это выходит, формируется в шар. Готово. Под шаром открываю воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая, печатывая, растворяя. Итак, у нас осталась эта пленка, этот выдавленный шар с ее энергиями. Открывая под этим воронку в галактическое ядро, все это уходит на переработку. Закрывая, печатывая, растворяя. Хорошо, инкуб. Итак, у нас всего 3 встречи с тобой. Третья для тебя летальная, последняя. 2 шанса ты свои уже использовал. Если третий раз обратиться ко мне... Он говорит, почему ты мне мешаешь, я же не к тебе прихожу. В моих руках формируется шар с энергией любви отца. 1, 2, 3. Закрывает лицо, убери. Я сейчас этот шар брошу в тебя, паразит, если ты не понимаешь все, о чем я тебе сейчас рассказывал 10 минут. Если ты третий раз придешь в это биополе, я тебя найду и сожгу. Нравится она ему. Хорошо. Ты готов получить шар? Рычит он не готов. Не хочешь. Выбирай. С ней хочет он быть. Хорошо, бросай в него этот шар. Удар. Но ему неприятно, он горит светом. Вот эти, с этим светом я тебя отправляю на твою чистоту. Если я тебя третий раз увижу, я тебя уже буду совсем другой энергией бить. Энергией царя Соломона. Все понятно? Ну, ему понятно, он с тоской смотрит. Открывается портал внизу на чистоте инкуба, уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяя. Ты посмотри, какой упертый паразит. Я такого редко еще видел. Посмотри, сколько энергии нужно Кристине, какая частота вибрации. Она говорит, а как мне от него защищаться? Вы знаете, Кристина, если это здесь 2 варианта. В принципе, после 2-го раза, когда такое случается, они понимают, что я его уничтожу. В 3-й раз, когда он придет, сегодня я его очень сильно наказал, в его мире он будет очень долго ходить с этой энергией и будет светиться там везде.
С вашей стороны, я могу только запросить сейчас куратора совет, если куратор может выйти на связь и дать нам совет в этой ситуации. Кристине, вернее. Но идет для начала то, что она знает. Это манифест перед сном и укреплять Меркабу. А манифест, естественно, нужно понимать и читать с намерением и уверенностью, вкладывая в него свои силы и энергию. Здесь показывает, он когда читаешь, что от него идет определенная энергия, она расширяется и становится защитой, сущностью ее видит. Кристина, это именно то, что мы хотели вам сказать. Если вы читаете так, как сейчас было сказано, все, вы защищены. Потому что там стоит, я защищаю все свои энергии от всех сущностей. Вот. Поэтому обратите на это внимание. Скорее всего, вас не хватило или намерения. Поэтому он очень быстро вернулся. Или же, в конце концов, это такой индивидуальный случай, когда, как он и сказал, ему понравилось. Даже несмотря на то, что он получил от меня неплохие удары, но не смертельные. Хорошо, посмотри, сколько энергии нужно Кристине и какая частота вибрации. Это 75 и 24. Значит, три макушку головы Кристины начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 375% каждый. 1, 2, 3 потоки пошли, наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать, мощность потока усиливается. Частота вибрации поднимается до 24 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Как вы себя чувствуете, Кристина? Ой, сейчас великолепно чувствую. Энергии, они такие воздушные, приятные. В этом случае мы нашли ответственного, поэтому нет необходимости проверять вашу квартиру. Есть, он оставил, скорее всего, там эти удары. Хорошо. Из стрел, которые он делал, он показывал. Давай, без проблем, давай проверим. Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Кристины в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем к каждому органу клеточки и извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта. Квартиру Кристины ты видела. На счет 3 ты стоишь перед входной дверью ее квартиры. 1, 2, 3. Ты перед квартирой. Я здесь. Клетка установилась в спальне, здесь внутри такие сероватые энергии от нее, которые вот этот облегающий костюм этот выделял. Хорошо. И у нее, видимо, он через нее делал вот эти энергетические удары сзади за кроватью. Там что там находится? Точки вот такие же черные. Видимо, он хотел пробить портал там. Открывая по всему периметру квартиры, и низковибрационная в этой квартире. Пошел процесс. Готово. Обновляем энергию в автоматическом режиме. Готово. Под клеткой тюрьмы открывая воронку в галактическое ядро, она уходит на переработку. Закрывая, печатывая, растворяя. Есть. Хорошо. Мы здесь закончили. Больше ничего здесь нет? Все чисто. Отключаемся от квартиры. Поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Там есть кошки, и они... Да. Эти энергии чистые, которые зашли, они их лапками ловят. Хорошо. Стараются с ним. Отлично. Я на месте.